Здравствуйте, друзья! На связи снова Дед Мазай. По эту сторону экрана снова я, по ту сторону экрана снова вы. Всех с наступающим Новым годом, поскольку это записывается недалеко от Нового года. И сегодня мы будем с вами смотреть, что же пришло мне вот в этой вот посылочке. Давайте мы откроем и посмотрим. Я догадываюсь, что там может быть, но почему-то на ощупь мне кажется, что там что-то другое. Давайте-ка все-таки посмотрим и изучим. Ага. Все, больше ничего нет в конвертике. Ага. Пупырку китайцы не пожалели. Пупырка не пожалелась. Вот прошу прощения за вот эти вот звуки. Сосед дятел задолбал. Все утро что-то сверлит. Прямо вот хочется взять перфоратор, пойти просверлить его опять в дырку. Так. Китайская пупырка. Кстати, вот эта пупырка еще содержит китайский воздух. А до этого мне приходили посылки, где в пупырке не было воздуха. Так. Это у нас не что иное, как айстик от Элиаф. Значит, вот такая коробочка. С двух сторон написано Элиаф. Здесь тоже написано Элиаф. Здесь написано Элиаф. Здесь данные всякие. И вот здесь вот отмечено, что она как бы сильвер. Коробочка слишком простенькая, я так поглядел. Так, у нас выпал коннектор под ЕГО. Вот он. Сразу выпал из коробочки. Дальше. Вытрясаем. Вот наш, собственно говоря, айстик. Такой увесистый, тяжеленький. Гремит, это кнопочки гремят. Так. И все на этом. То есть у него даже нету ничего напоминающего даже отдаленно ни проводков, ни еще чего-то. Хотя, в принципе. Ну, все правильно. Меня не обманули. Тут вот написано, что без вот этого кабеля. Без кабеля. Ну, в принципе, вот здесь вот разъем micro-USB. У меня таких разъемов, я бы сказал так, что очень много. Так. Поэтому вот такая штука. Значит, на ощупь вот такой вот материал, в принципе, приятный. В руке он вот так вот лежит, то есть вот его зажали и, собственно говоря, так, а что ж тут у нас трясется. Мне кажется, что трясутся кнопочки. То есть, если я зажимаю кнопочки, прижимаю, то ничего не трясется. То есть, трясутся вот эти кнопочки. Как нам советуют? Раз, два, три, четыре, пять. Появилась надпись. Вот такая. Так. Как ни странно, он заряжен. Ну что ж, будем тестировать, будем смотреть. Обзор на него я сделаю в ближайшее время. На этом, собственно говоря, все. Благодарю за внимание. С вами был Дед Мазай. Подписывайтесь на канал. Будет много всего интересного, в том числе обзор вот на этот айстик от Элиаф.
То есть такая облегченная версия. Обычная картонная коробочка. Все, с вами был Дед Мазай. Еще раз всех с наступающим Новым годом. Пока-пока.